Правительство Франции создает новую рабочую группу по исследованию технологии блокчейн. Комиссия под руководством France Strategy будет подчиняться канцелярии премьер-министра Франции Бернара Казнёва. Она будет изучать практическое применение блокчейна и возможности его внедрения в различных отраслях. Группа также определит затраты и преимущества разработки приложений на основе технологии блокчейн для государственного сектора и предложит пути способствования развитию технологий. Рабочая группа намерена предоставить свои выводы в октябре.